Натяжные потолки – это и красиво, и современно, и удобно. Но, как и все другое в доме, они также нуждаются в регулярной очистке. Как это сделать правильно, мы расскажем. Что касается инструментов, имейте под рукой следующие. Мягкая ткань, фибровая салфетка или губка. Отличный вариант – швабра с телескопической ручкой, дабы достать до дальних и труднодоступных поверхностей. Подойдет также пылесос со специальной узкой щеткой-насадкой. Далее поговорим о моющих средствах. Лучше, конечно, приобрести специализированную химию, конкретно для вашей разновидности потолка. Однако начинать использовать ее также следует с осторожностью, протестировав на малозаметном участке. Подойдет также средство для мытья посуды. Хорошо для устранения жировых пятен. Допустимо использовать моющее средство для окон и зеркал. Отличный вариант для глянцевого потолка. Хозяйственное мыло. Отлично подойдет стертое в стружку в водном растворе. Еще не забудьте подготовиться к уборке перед тем, как вымыть натяжной потолок. Снимите украшения с рук. Задев аксессуаром хрупкую поверхность, возможно оставить на ней царапину или даже вмятину. Сама уборка может быть двух видов. Сухая – протирание мягкой безворсовой сухой тканью без сильного нажима. Влажная – с помощью моющего средства, а также губки, мочалки, салфетки. Общие рекомендации и инструкция чистки следующие. Вычищая поверхность, важно двигаться от одного угла края к другому. Так вы не запутаетесь, где провели чистку, а где еще нет. С матовых потолков проще всего убрать пыль чуть влажной фиброй, а с глянцевых – сухой мягкой салфеткой. Тканевые натяжные потолки лучше всего чистить пылесосом, не забыв надеть на него специальную насадку. При этом чистку нужно вести очень осторожно, чтобы не продавить хрупкую поверхность неловким усилием. Также есть дельные советы по удачной чистке глянцевого натяжного потолка. Для него важен блеск. Предпочтительнее всего использовать моющие средства на основе нашатырного спирта. Они не только не подарят разводы, но и придадут некоторый зеркальный эффект. На сегодня это все. Удачи!